Вот, друзья, такой тортик я вам предлагаю приготовить. Утром к чаю или кофе для своей семьи это отличный вариант для того, чтобы не включать духовку. Если у вас дома есть масло, которое необходимо в крем, то это как лучший вариант кофе. Давайте будем начинать готовить. Всем привет! Вы снова на канале у Танюшки. И сегодня я хочу рассказать вам, как можно сделать торт в эту жаркую погоду, не воспользовавшись ни духовкой, ни печеньем. Давайте, ребята, начинаем. Итак, 250 грамм муки. Вот так, высыпаем ее, заранее отмерили. Так, в муку отправляем сахар 60 грамм и щепотку соли. Мы тоже заранее все отмерили. Щепотку соли и 60 грамм сахара. Есть. Теперь нам надо 120 грамм масла тоже отправить сюда. У нас в пачке 180 грамм. Нам надо немножко, так сказать, оставить. Ого, так оставим. Как раз вот тут. Так, загибчик такой есть. Мы этот загибчик оставим. А это, опа, вот так вот, оп, сюда. Так, все, ребята, это все нам надо не замешивать в тесто, а из этого всего сделать крошку. Поэтому приступаем это все делать. Вот так сначала в муку масло наше запрячем. Вот так. Вот, друзья, видите? Крошка, крошка. Не слепливаем его в тесто. Ни в коем случае. Нам нужна крошка. Перетираем все в крошку. Делать это надо быстро, потому что масло растает. Поэтому стараемся как можно быстрее это все сделать. Тортик готовится очень быстро. Ничего сложного нету. Сейчас на этом этапе уже наша крошка готова. Мы ставим сковородочку на огонь и будем отправлять крошку жариться. Отправляем крошку на сковородку и мешаем. Только стараемся, чтобы у нас не было комочков. И комочки появляются, ложкой их раздавливаем. Все, крошечка вся здесь. Все, и все мешаем, не отходим. И вы знаете, ребята, сразу идет такой балдежный запах. Моментально. Вот только крошка начинает нагреваться, и все, и запах уже пошел. Вот, ребята, мы и дождались того эффекта, который должен быть. Вот. Крошка наша уже коричневая. И этого нам достаточно. Сейчас это все мы пересыпаем в миску. А теперь я вам скажу так. Когда мы пересыпем в миску, здесь уже вы сами, как вы привыкли действовать дальше, так и действуйте. Смысл в чем? Всю эту крошку надо разделить. Разделить так, чтобы у вас получилось 3 коржа, 4 коржа. Вот смотря какая у вас форма. Собирать торт, если у вас есть форма разъемная, можно в разъемной форме. Ну, если нету, я сегодня покажу, как можно сделать, если нету разъемной формы. Потому что я знаю, что разъемной формы есть не у всех. Поэтому покажу, как можно поступить в таком случае. Все, ребята, пересыпаем все в миску. Так, наша миска, которая у нас была, это крошка изначально. И мы отправляем туда теперь нашу
готовую крошку. Пересыпаем. Когда крошка поджарилась, пересыпать желательно быстрее, потому что она подгорает снизу, поэтому смотрите за этим, следите. Крошка остывает, мы этим временем занимаемся кремом. Так, у нас есть сгущенка ириска, мы ее выбрасываем в миску. Так. Попробую выбросить. Попробую выбросить. Настоящая ириска. Так. Так. И в нашу сгущеночку мы добавляем сметану. Вот так сейчас добавим. Вот так. И это сейчас миксером все будем взбивать. И взбиваем. Друзья, крем готов. Вот такой он у нас получился. Вот. Все, теперь нашу крошку надо разделить. Рассыпаем. Вот так, один мы насыпали. Вот так, приблизительно я пока насыпала чуть больше, чем полстакана у меня. Вот, и так, в один и в другой. Сейчас так мы будем, потому что нам надо, чтобы у нас одинаково было. Мы таким образом взяли стаканы. Каждый стаканчик равняем. Ребята, все. Крошечку мы высыпали. Так, смотрим, что у нас получилось. Получилось у нас вот в этом стакане больше. Вот мы чуть-чуть отсыпем сюда, в этот стаканчик. Вот и все, теперь нормально. Все. Теперь, друзья, будем формировать торт. Так, это отставляем. Значит, смотрите, я говорила, если у вас нет разъемной формы, берем силиконовую форму. Я на донышко вырезала кружок, положила. Для чего? Когда тортик застынет, я его ну вот ночью он у меня переночует, а утром я его переверну, и он у меня будет на блюде. С помощью пергамента он легче будет потом переворачиваться. И все, потом пергамент сниму, и дальше увидим то, что будет дальше. Так, все. Сейчас мы определяем крошку нашу по всему донышку. Вот так. Распределяем нашу крошку по всему донышку. Вот так. Так. Кремом. Вот так тоже берем, вот так вот, и потихонечку, потихонечку проходим. Берем. Потихонечку.
Покрыли мы кремом. Теперь посыпаем крошкой. Чуть-чуть его поворачиваем. Крошкой засыпали и продолжаем заливать кремом. И верхним слоем засыпаем. Друзья, теперь надо это все дело подправить. Вот такой у нас тортик получился. Вот. Поставить надо его еще в холодильничек после того, как вы его перевернули. И верх торта можно залить шоколадом. И тогда он будет интересней. Вот, ребята, я вам показала схему, как можно приготовить быстро торт, когда на улице очень жарко, а духовку включать не хочется. Можно приготовить вот такой вот тортик. Но не забудьте в крем положить обязательно сливочное масло, потому что у вас торт не будет держать форму. С вами была Танюшка. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!